Всем привет! Я приехал на прошлогодний объект посмотреть. Лестница стоит. Здесь, конечно, красота. Яблочки, цветочки растут. Все красиво. О, здесь на борщ растет картошка. О, еще даже с клубникой, земляника еще есть. Кружовник, яблочки. Ага, капуста уже все. Такой маленький огородик. Вот. Здесь такая красота растет. Сейчас полезу еще на крышу, там посмотрю. Но в целом уже приобретает такой симпатичный вид. Вот как, вот там можно нагадить? А? В полете. Ну это к деньгам. Все к деньгам, как говорится. Так. Лестницу приставили. Сейчас по лестнице сначала вокруг обойду здание. Покажу изменения. То есть цоколь вот. Ну, заказчик недоволен. С Финляндии, не знаю, как называется, материалы не поступают. Пришли с каким-то аналогом сделать. И не нравится. По-моему, будет плитку переклеивать. Ага, здесь вот потолок зашили. В целом все хорошо. Угу. Эти тоже, эти оставил белыми, а эти подкрасил в цвет. Газовщики приехали, трубу вставляли. И то можно видеть под систему немножко. Сняли элемент, раскололи вон ту плитку. Ее пришлось менять заказчику. Но это еще не доделано. Тут еще объем работ появился. То есть здесь плитка сделана, будут меняться уголки, вот эти вот, на серый, в цвет кровли из Урала. Здесь будет теплица. Вот. Она будет все красиво сделать, эти места. Ну и вроде как хотят, ну здесь отличники поставить везде. Да? Лифчики поставить, там поменять. Здесь, скорее всего, тоже будут кровли меняться. На этом здании и на том навесе будут меняться. Ну, той же металлом фальцевой кровли. Так. Здесь, говорит, плитка будет перекладываться, не нравится. Вот. Здесь тоже потолок подшили. Здесь вот сейчас забор строится. Здесь надо будет делать тоже отливы. На, получается, как парапедик будет. Вот, и будет 12 колпаков. Ну вот, остановилась болгарка.
И здесь такой уже вид открывается. Вот она, чтобы в ансамбле было. И отлив, наверное, зеленый будет. Колпаки будут зеленые. А вот. И еще будет что-то наподобие вот этого вот забора. Но вот здесь, видите, планка такая стоит шляпная, да? То есть здесь, скорее всего, на этой деревяшке будет тоже такой скатный. Ну, это придумаем, сделаем, чтобы все было в ансамбле. Ну вот. Полезли на крышу. Так, ну вот мы залезли. Тут я уже убрал немножко мусор, но Василий, заказчик, сказал, что подождите, пока полностью осыпется деревья, потом залезет и уберет. Подметет, скажем так. В целом кровля себя чувствует хорошо. Видите, здесь тоже мусор собирается, его надо убирать. Вот, вот в верхних углах чисто получается. Ну и вон там тоже. Можно пока я здесь чуть убрать. Ну, раза два в год на крышу залазить. Вот эти места убирать, и все. Кто-то в комментариях спрашивал меня там, как с одного листа сделать вот этот вот жёлоб. Там вот у тебя в любом случае какие-то отсоединения есть на этом желобе. Давайте поближе посмотрим. Еще раз посмотрим. Вот получается начинается желоб. Раз, перегиб через этот. Никакого сидения. Здесь конвертик. А вот. Вот он идет. Говорят, вот здесь соединение есть. Здесь нет никакого соединения. И даже еще вон карандаш остался нарисованный. Нет никакого соединения. Просто делается из широкого листа. Та часть вырезается. Вот. И потом уже формируется деталь цельная. В целом все хорошо. Ну, если не считать пернатых, которые гадят. Особенно вот в этой верхней точке.
как говорится, высоко сижу, да, далеко гляжу, и в это время территорию свою мечу, да, типа того. Ну, не страшно, дождь вроде как смывает. Ну вот, год кровля услужила уже, вообще все в идеале. Вон, каминная труба вытащена. Ведь если бы был бы колпак, ну какой-то зонтик, да, то при топке камина, вот, чернота, которая идет, она бы была бы в зонтике, и потом капало бы все на крышку, на колпак. И здесь бы дальше все бы было бы черное по краям. Поэтому вроде ничего не текет, при дождике все хорошо. Поэтому, чтобы не было у вас черной крыши рядом с трубой, лучше на камин на этот зонтик и не ставить. Здесь, по-моему, то ли газовый, то ли что-то еще будет. Ну вот, как-то так. Поехал на другую одежду.